Же мне это все надоело. Пока. Как дела, охотники? Ну, что без осечек? Так как же надоело слушать этого сумасшедшего. Come on.
зона, мать ее. Слушаю тебя. Ёлы-палы. Ну надо же. Вчера прибыл. Вот так вот, своими глазами. Сказал бы, кто месяц назад, ни за что б не поверил. Стоять. Вы кто такие? Посторонним вход запрещен. Ну, начинается. Что на этот раз? Ух ты, Бьянка. А она тут что забыла? О том, что выбросом является постоянно возобновляемый процесс взрыва атомной станции. Ну вот скажите мне, ну чему там уже можно взрываться? Ну один раз произошло, ну чтоб второму разу, а браться-то неоткуда. Я тем более хочу заметить, что очаг данного явления вовсе не станция. По данным наших наблюдений, он расположен несколько севернее. Ну а тогда что это? Наука разобралась, откуда они появляются и как работают? К сожалению, наука все еще не смогла до конца изучить это явление. Пока ясно то, что это резкое высвобождение неизвестной нам аномальной энергии, в результате которой меняется расположение аномалий, появляются артефакты и новые очаги радиации. Соответственно, если эта энергия высвобождается, то значит она и, соответственно, копится. Что значит, что если она уже есть, она уже должна копиться. По какой причине, к сожалению, сказать пока не можем, но мы усердно работаем над этим вопросом. Понятно. Мне всегда было интересно, а как у вас получается предугадывать примерные даты новых выбросов? А в этом нам помогает постоянное наблюдение. Хоть природа аномальной энергии все еще не выявлена, но мы можем отслеживать ее накопление. Ну и, конечно же, ведем статистику и много считаем. Скажем большое спасибо Паскалю, Ферма и другим ученым своего времени за теорию вероятности, которая нам очень сильно помогает в данном вопросе. Ну что же, теперь мы знаем о выбросах больше. Большое спасибо, профессор. Спасибо, что пригласили. Ты что-то... Какой?
Если нужно что, спрашивай у главного. Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Слушай, все вопросы к главному. Если нужно что, спрашивай у главного. Ну, здорово. Thank you.
Заглядывай, посмотрим. Ух, невозможно. Суки. Башка, ой, башка раскалывается. Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Очень плохое предчувствие. Это немного тошнит. Всем тихо, на цыпочках.
слушай гранату! Мужик, спасибо тебе огромное. Отбились, слава тебе, Господи. Большое тебе человеческое спасибо. Будешь где неподалеку, милости просим на нашу базу. Привет всем живым, с вами канал На Волне ЧЗО. Вот это сюрприз. Недавно мы узнали, что кто-то помог освободить лагерь лесничества в рыжем лесу. И более того, это тот же самый парень, что уничтожил выжигатель под янтарем. Как его зовут? Кто этот герой недели? Нам все так же неизвестно, но мы обязательно узнаем об этом попозже. Ждите новых новостей. А вот и спецключ. Кажется, путь в Лиманск не обеспечен. Слушатели, с вами канал На Волне ЧЗО. Ну, я уверен, что вы и так в курсе. А знаете, ведь... Слушай, все вопросы к главному. Привет! Эй, мужик, можешь помочь? Подойди, поговорим. Привет, брат! Не забывай, старика.
Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Ребят, прием. Обращаюсь в общий канал. Это ассистент. Хотел спросить, есть ли у кого желание отправиться со мной в Лиманск? Говорят, город под контролем наемников. Очень нуждаюсь в боевой поддержке. Кто-нибудь поможет? Мы с Митяем идем с тобой в Лиманск, друг. Ты помог нам, а мы в долгу не останемся. Не переживай.
закроем. Ну, привет. Если нужно что, спрашивай у главного. Ну. Будет чего интересного. Стоит только выжить.